МВД по Карачаево-Черкесии во взаимодействии со всеми правоохранительными ведомствами, Республиканской избирательной комиссией, органами исполнительной власти и местного самоуправления ведется плановая работа по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Сотрудники полиции реализуют комплекс организованных и практических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности. В рамках подготовки к проведению главных выборов нашей страны, выборов президента Российской Федерации, одним из ведомств, с которым налажено тесное взаимодействие избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, является Министерство внутренних дел. Это взаимодействие носит разноплановый характер. Это и проверки участков на соответствие их антитеррористической защищенности. Это выработанные, принятые и уже опробированные на различного рода тренировках алгоритм взаимодействия на случай, если поступает звонок о том, что здание заминировано или там содержится какое-то взрывное устройство в здании помещения для голосования. Этот алгоритм отработан, были проведены совместные тренировки, и таким образом и комиссии участковые, и сотрудники полиции четко знают, как нужно действовать в подобных обстоятельствах. Одним из таких вариантов взаимодействия является еще то, что с момента, когда бюллетени получаются в типографии, и до момента подписания протокола в участковых комиссиях сотрудники полиции сопровождают и транспортировку бюллетеней, и осуществляют впоследствии охрану. Сначала помещение территориальной комиссии, а позже охраняют все наши 252 избирательных участка. Мы понимаем, что за этим стоит большая работа очень большого контингента сотрудников МВД, и избирательная комиссия субъекта искренне благодарна за ту большую и сложную работу, которую это ведомство проводит вот в рамках подготовки и проведения избирательной кампании. В ходе подготовки к выборам сотрудниками полиции проводятся оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства и безопасности дорожного движения, создание условий по реализации конституционных прав охраны и защиты граждан от преступных и иных посягательств. Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в день голосования будут задействован весь личный состав полиции, включая сотрудников госавтоинспекции и кинологов со служебными собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом хочу отметить, что сотрудникам органов внутренних дел законодательно запрещено заниматься политической деятельностью, вмешиваться в сам процесс голосования, поэтому мы нейтральны. Наша задача исключительно охрана общественного порядка, обеспечение избирательных прав граждан. Рассчитываем, что наработанный в прошлые годы опыт проведения подобных мероприятий, взаимодействие с нашими коллегами из правоохранительных и силовых структур, избирательными комиссиями позволит нам в текущем году и в полном объеме выполнить поставленные задачи. Убедительно просим жителей Карачаево-Черкесии своевременно информировать правоохранительные органы о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, о подозрительных лицах, одетых не по сезону, сторонящихся сотрудников полиции, вызывающих явную настороженность, о подозрительных предметах, в том числе бесхозных сумках, свертках, коробках, о нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения избирательной кампании. Сообщить информацию можно круглосуточно по номеру 02 и 102 с мобильного телефона.